OMTV.ua, про найголовніше. Підпишіться і не пропускайте нові відео. Обов'язково пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми сильні, коли об'єднані. У парламенті Великої Британії підтримують передачу Україні літаків-перехоплювачів для боротьби з крилатими ракетами РФІ. Guardian поспілкувався з депутатами британського парламенту щодо передачі Україні американських літаків F-15 та F-16. Депутати від консервативної партії Великої Британії двічі відповіли ствердно на питання як щодо підтримки постачання Україні західних літаків-перехоплювачів, так і необхідних для протидії крилатим ракетам систем протиракетної оборони. У свою чергу представники лейбористської партії, відповідаючи на запитання, чи підтримують вони необхідність передачі Україні літаків F-15 та F-16, також озвучили позицію підтримки. А член Палати лордів парламенту Великої Британії лорд Менхад Дасаї також заявив про власну підтримку щодо передачі Україні авіації та необхідних систем протиракетної оборони. Звісно, моя позиція в тому, що НАТО має зробити все, що може, щоб допомогти Україні, заявив британський лорд. Так, дальше посмотрим еще один пункт, очень важный, который принципиальный, да? Пункт 18. Мы вновь подтверждаем свою приверженность политике открытых дверей НАТО. Сегодня мы приняли решение пригласить Финляндию и Швецию стать членами НАТО и договорились о подписании протоколов о присоединении. При любом присоединении к Североатлантическому Союзу крайне важно учитывать законные интересы и безопасность всех стран-членов НАТО. Мы приветствуем заключение трехстороннего меморандума между Турцией, Финляндией и Швецией по этому вопросу. Присоединение Финляндии и Швеции сделает их защищеннее. НАТО сильнее, Евроатлантический регион безопасен. Безопасность Финляндии и Швеции имеет первостепенное значение для Североатлантического Союза, в том числе в процессе присоединения. То есть, что здесь важно? Вопрос, во-первых, решен. Знаете, много кривотолков было по позиции Турции, как она, значит, препятствовала, выставляла условия, торговалась и так далее. Но жизнь доказывает, что все это вещи преодолимые внутри Союза. Тем более Турция не рискнет никогда своим членством, потому что сейчас вопрос касается стратегической безопасности, и никто не будет больно цацкаться и говорить, ой, вы знаете, ну, конечно, Турция против, значит, мы не примем для создания этого контура более широкого безопасности, вовлекая в него традиционные страны коллективного Запада, Швецию и Финляндию, значит, в свои ряды. Ну что, ну, ничего не поделаешь, ну, Турция против. Я думаю, что Турция на такой риск никогда бы не пошла. И они договорились по поводу курдов и по поводу, видимо, гюлядистов, что и как и чего, но тем не менее Финляндия и Швеция принимают. Почему это важно для Украины и вообще для понимания? Их принимают без ПДЧ, которые вроде как обязательны. Да? То есть их просто, вот они заявили желание и их просто приняли. Да? То есть это произошло за 2 месяца. Феноменальная скорость. И это создает некую практику, что можно принимать страны и без всякого ПДЧ. Ну, пусть даже в таких откровенно экстремальных условиях, пока идет война в Европе, в Украине. Вот надо быстро принимать решения, быстро решать такие вещи, а не обмусоливать, бесконечно обсуждать, там, оглядываться на тех, кто выставляет условия, такие как Турция и так далее. Как вы оцениваете, поможет ли это Украине, во-первых, без всякого ПДЧ зайти в НАТО, да, если ситуация то ли обострится, то ли смягчится, но все равно от членства в НАТО, мне кажется, Украина уже не откажется, это очевидно, ни о какой демилитаризации или чем-то подобном речи уже не может идти. Кстати, Россия всегда была против, естественно, всякого членства и даже сближения Финляндии с НАТО. Она являлась, так сказать, источником нейтрального статуса Финляндии, вот этот процесс финляндизации по итогам войны. Но, тем не менее, вот сегодня это ближе сделает к НАТО Украину или нет, на ваш взгляд? Ну, так же, как и Молдову и Грузию. Ну, я бы сначала обратил внимание на первую фразу этого раздела декларации, в которой говорится о том, что НАТО или Североатлантический альянс поддерживает или приветствует политику открытых дверей. Это значит, что мы готовы обсуждать вопросы приема новых членов. Потому что, ну, когда речь идет о Финляндии и Швеции, будем считать, что они уже приняты. Там осталось протокольные мероприятия. Значит, теперь политика открытых дверей – это кто? Это какие страны? Грузия, Украина, Молдова, ну, некоторые другие, там кто-то еще остался, Босния и Герцеговина осталась еще.
странах. Да? Но Сербия, правда, по-моему, и в НАТО хотела бы вступить, но пока как-то стесняется этого, об этом говорить. Значит, и нигде не сказано в этом документе, это важный политический документ, о том, что, скажем, вот какие-то там ограничения на Украину. Даже я вот внимательно прочитал, и я не нашел никаких указаний на то, что вот какие-то оговорки там могут иметь место быть. Нет. По поводу территориальных споров, например, нельзя принимать страны с неразрешенными территориальными спорами, типа. Да нет этого, нету тут ни неразрешенных, ни территориальных споров нет. Да, собственно, их нет и в Вашингтонском договоре. Это потом уже где-то было, вот в каком-то документе, значит, они там каким-то образом возникли, эти территориальные разногласия. Значит, и более того, вот, по-моему, в одном из интервью Столтенберга, а он их давал довольно много, значит, там прозвучала мысль о том, что были подтверждены, но это, видимо, уже в концепции, вот в главном документе, который пока еще не опубликован, в стратегической концепции НАТО, вроде бы там должен быть пункт о том, или фраза о том, что поддерживаются бухарестские решения, то есть решения саммита НАТО в Бухаресте в 2008 году. А в этом, на этом саммите в его документах было сказано о том, что Украина и Грузия, они будут членами НАТО, или членами Альянса, точнее. Но когда будут, на каких условиях, там ничего об этом не говорилось, но вот сам по себе такое упоминание было. Значит, если действительно в тексте концепции об этом будет сказано, значит, дверь НАТО для Украины действительно открыта. И, в общем, сейчас, по-моему, даже уже в Украине открыто говорят о том, что ни о каком, в общем, без там этим внеблоковом статусе, в общем, и быть не может, хотя там в конце марта и говорилось о том, что Украина будет нейтральная, без внеблокового и так далее, но сейчас вот эти вот формулы, они как-то сняты. Ну, сама Россия их сняла своими действиями во время войны, вот и все. Ну, естественно. Но теперь ни о каком диалоге речи нет. Значит, это свидетельство того, что разговаривать с Россией, по крайней мере, с нынешними ее лидерами, в НАТО не собираются. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.